Всем привет! Это канал I Like Pet, и в сегодняшнем ролике мы расскажем интересные факты о кошках. Все мы очень любим кошек, и не зря, ведь это милые и удивительные животные. Кажется, что мы знаем о них все-все-все, но все же кошки могут нас удивить. Предки современных кошек, в отличие от предков собак, охотились на мелкую добычу. Именно поэтому наши кошки, как правило, едят понемногу, но по несколько раз в течение дня. Кошки охотятся, даже если они не голодны. Ученые наблюдали, что пойманная добыча съедается кошками лишь в 28% случаев. Остальные жертвы бросаются ими на месте или гордо приносятся хозяевам. Огромные глаза относительно тела развились у кошачьих из-за необходимости охотиться в условиях низкой освещенности. Однако такой размер глаз затрудняет постоянную перефокусировку с близких объектов на дальние и обратно. Большинство домашних кошек близоруки. Тем не менее, это не дает им возможность четко видеть вблизи небольшие предметы. Их кошки могут почувствовать усами, но не рассмотреть. У кошек отличное обоняние. Согласно исследованию, дикие кошки чувствовали мышиный запах даже спустя 6 дней после того, как в месте их обитания был помещен образец с этим ароматом. Кошки неважно различают вкус еды, они одни из немногих млекопитающих, которые не имеют вкусовых рецепторов для сладкого. Несколько тысяч лет назад кошки часто плавали с моряками. В течение многих столетий кошек брали в море для борьбы с крысами и как талисман, приносящий удачу. Кошка практически никогда не мяукает другим кошкам. В основном этот звук предназначается людям. Они, как правило, урчат или шипят на других представителей кошачьих. В среднем кошки тратят 2/3 своей жизни на сон. Получается, что, например, 9-летний кот бодрствовал лишь 3 года своей жизни. Есть порода кошек, которая обожает воду. Это турецкий ван. Ее представители любят купаться из-за своей водонепроницаемой шерсти. Кошки породы мейн-кун обладают высоким интеллектом. Это одна из немногих пород, которая поддается дрессировке. Если задуматься, множество фактов о кошек мы попросту не знаем, несмотря на то, что эти создания живут с нами по соседству. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы представлены в соцсетях.